Долгожданный финал турнира на $3000. Если вы не смотрели отборочный этап, то он будет в закрепленном комментарии. Коротко об этом турнире. Всего 12 этапов. Этап проходит каждую неделю и проходит одна команда. В финале до нас дошла информация, что один из русских кланов решил объединиться с другим и собрать команду из 120 человек. Для нас это было очень опасно, ведь если ты не набираешь очки в первой рейд-стадии, то ты вылетаешь. Нам нужно показать все, на что мы способны. Видео разделено на части для удобства просмотра. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем приятного просмотра. Человек, это типа уже все знают. А, что мы делаем? Первая стадия. Нам максимально надо зарейдить все бич-кланы. Если мы, допустим, 3 рейда делаем, то будет уже шикарно в первой стадии. Мы забираем бич-кланы, это минус очки у других кланов, они выбивают все. Вторая стадия, тут смотрим по обстановке, что там да как. А если у нас в первой стадии еще пойдут союзом? Не пойдут. Они сами вылетят, понимаете? Будут набивать очки на бомжах. Сказали, что у них план такой, что каждый из них сносит по одному клану, из четверых их получается. И потом уже только идут нас. Ну вряд ли там, типа, если у них с Америкой союз, блядь. Знаете, почему они включили союзы? Потому что они нас боятся. Вот, это я сейчас хотел сказать, а то здесь так боятся все, что их 120. Так и есть, ребят. Просто каким надо быть, чтобы в 4 раза больше людей собрать. У них главное оправдание то, что мы их рейдили в 50 человек. А на самом деле прошлый ивент был 17 на 18, вы из 30. Типа, у нас 30, их 18, на 10 человек больше. Просто реально, да, не паникуйте, ребят. Мы разделились на стаки, и у каждого стака была своя задача. На нашем стаке были задачи сфоткать все дома, нафармить немного серы и компонентов. Так, кизяки нет, ну ладно. Ну ладно, нам четвером, в принципе, достаточно людей будет, поэтому нормально. Правда, скибетов сгорит, но это ладно. Я, короче, пока бочки буду. Найди, пожалуйста, коптер. Хорошо, пролить. Либо на коптере, потому что нам не особо. Нам нужно патроны чисто на. Порох чисто на патроны. Потому что остальное все мы получим с гранат и так далее. Здесь все на компонентах завязано. Потому что мы чуть-чуть нам подфармить все, нам больше ничего не надо. Надо, наверное, начинать реги лутать. А это не наша задача. Они уже это не наша задача. Наша задача бочки и этот. И камни, все. Строчку серы. Все, я вор нашел. Немножко бочек и все. И искать дома, где только кто построился, и запоминать. Писать. Я дерево все фармить. Если вы фармите. Нам нужен, да. Так, Омечка, могу тебе сейчас забрать, повозить. Координаты скажи свои точные. Я также около космоса, я вижу, где ты летишь, видишь? Я только взлетел. Взлетел только. А, это значит. А закинь нас на край карты, там по-любому никого не будет, там никого. Не факт. Ну давай, посмотрим. Я просто полетим, посмотрим, почекаем. Заодно дома сразу. Шо, шприцы есть? Я тебе 9 скину сейчас. Ну на острове навряд ли кто-то будет. У нас один уже на этом. Три металла внизу можно брать. Сейчас, подожди, я на остров хочу. А, там коптер. А, у тебя оружия нет, он тебе было оружие дать. Ну да, ладно, забежу. Там они нафармили, скорее всего. Либо они там живут, давай прочекаем сразу. Навряд ли втроем они будут летать на коптере. М? Точно не фармили. А давай, что они тогда тут делают? Посмотри, сколько камней. Я не вижу серных вообще. Ты видишь серные? Да, вижу. Раз, два. Три вижу. Вот прямо серый. Я вижу. Металла не знаю, мне кажется, там уже хватит его. А за парня. Там надо всего. Да, тюр, металл с аптечки хорошо падает. Там типа уже с плашами бегают. А, все, понял. Давай только на серый, забей металл. Короче, надо поставить магазины и потом выставить порох, металл за ткань, либо за дерево, за что угодно. Чтобы мы их отправляли, чтобы нам не летать. И так будет быстрее в два раза. Так намного быстрее, куда все, надо. Понял. Ну, все, понял. Но все, сейчас сделаем. Можете заняться, да? Хорошо, сейчас, да, мы дофармим здесь, полетим. В колиной руки сяду. Так, порох за ткань или металл?
да? Нет, смотри. Как короче, Никита говорит, я чуть позже тебя спрошу, битл, мы просто казали, ты ничего не слышно. Битл, все, я тебя покну, когда мы дома будем. А, ну все. Срочно хорошо, нужно? Тогда... Нет, да пока не надо, сейчас пока летят. Все, понял, когда хорошо. Освободитесь, поставите. Все, хорошо. Все, я выше. Так, скиньте нам скраб, мы сейчас это... Сейчас я рекнусь, сейчас я рекнусь то, что ты мне дал. Только дерево за порох и все? Ну, и металл еще, металл. Угу. Так, вот, подаю дерево, одно за... И закинь дерево в этот магазин. Я продаю дерево за порох. Ну и тебе надо туда закинуть, чтобы оно хотя бы отправлялось. Я понял. Да, ну все. Так, 9. Я положил. Ну все, сейчас там купят у нас гранаты и еще отправим. А если будет не работать, то я там кинусь по фигуре. 10 тысяч пороха за одно дерево. Нормальный прайс? Да. А металл приплавлен, да? Да, металл плавленный. Все, парни, покупайте, хороший магазин. Все, хорошо. КД нету. А, все, понял. Ну, я тут пока в соло, не знаю, будет ли кто-то. Если будет, то тогда в следующий раз пойдем вместе. Потому что сеты у нас не особо нужны, тут боты. Короче, да, метро надо кормить. Забейте на все метро. Много? Очень много. Ну просто настолько много, что просто нет слов, что сказать. Тут и хилки, тут и все падает. И дерево падает. Серьезно. И буры падают, и патроны падают. Ну я одну ходку сделал, у меня, наверное, уже 1050 металла. У нас верт рядом с домом пролетает. А, у меня 1000 МВК. Два военных ящика. Но только единственное, я тупанул, забыл топливо взять из дома на вагонетку. Сейчас вагонетку. Сейчас возьму. Тогда я никуда не иду, я тогда вас жду. Но это вообще, я тебе говорю, мы сейчас за метро, за пару станций будем вытаскивать по 3000 МВК. Просто тут нужны люди для прикрытия, это ж мало ли кто-то ездит на вагонетках. Можно еще... У нас ссылка есть, у нас верзавль. Братан, стой! Ренат! Возьми! Там вагонетка стоит. Коля, к тебе едут. Откуда едут? Не знаю, я слышу подо мной прям. Я около карика подо мной приехали к тебе. Так, я рекаться туда не буду, я побежал домой. Это что-то опасненько. 6 типов лутает. Метро, вы понимаете? 6 типов. Отлично, мы сейчас залутаем танк и вертолет еще. Вообще мне шикарно. Меня загрели вертолет. Вот это такая. Вот труп. А, все, нашли, все. А, все в порядке. Я залутал вам, ка? Я пошел танк дыхать. Давай. Я не буду ничего. Атлас у него. Вот тут чего молчите? Если что, там эти овер добили они твоих. Это другие уже типы были, они приехали. Я залутал все, я отнес самое главное компоненты. Там осталось так, подлутать чисто броню и так далее. Там просто мы... У нас очень было много. У нас там 5 МВК. Все. У меня компоненты самое главное, МВК все. Угу, хорошо. Ну, туда спускаться еще смысл есть? Ну, лутать чисто. Только лутать. Я уже тут катаюсь, лутаю. Офигеть. Уже фури растет. А фури такое тоже есть. Не против. Ладно. Тихо, бомби, не аккуратнее. Так. Коневоды приехали. А у меня проблема. Какая? Не пролетает. А, сейчас убьем. Сразу спальник себе откиньте здесь. Так, прираба нету, да. Серьезно прирабочек? А, короче, зафигла все. Нет, специально кастом добавляют. Кинешь мне этот? Так, скраб у меня есть, пошел покупать эти штуки. Вот давай скинь тебе скраб тоже. А, ну ладно. У меня есть. Все будем покупать, да? Да нет, сейчас не новое, другой фарме. Okay. У меня перегрузка, конечно, небольшая. У меня проблема слушать один застрелился. Нужно около 30, поэтому это быстренько сейчас. А потом мы на одном коптере улетим, да, отсюда же, правильно? Отлично.
Тут все равно два коптера, если что-то кому-то. А, все хорошо. Так, скинь мне кожу, скинь мне компоненты на всякий случай. Что-то застакую, что-то нет. Теперь кожу мне скинь, вижу. Да, все. Кожу. Скинь мне тоже кожу. Мало ли вас убьют здесь. Отлично. Коль скидываю, вот здесь заберешь? Давай посмотрю, что там у тебя. Нет, я все не заберу, забери. Хороший выбор. Так. Сколько кожи нам нужно? 1020 хватит? 25. Сколько? И 25. 25? Ну где-то да. Так, да. Все хорошо. Если я там, если вообще легко идет, можете побольше. Ты что? Хорошо идет, не второй проблема. Второй ЛТВ, я запустил все. Второй ЛТВ, пожалуйста. Так тут центр нужен. Не, ну типа. Пайпся тут? Соцкраба, по идее, хватит. Я вот не знаю, как безопасно будет долететь до нас. Там вы вижу, летай или летай. Коль, как скинетесь, может слетайте на этот, на карьер заберется? БК. На экскаватор? Ну да, чё, в чате пишешь, что за проблема? Мы все успеем, 5 минут. 4К. У меня 22 тысячи. Что, сколько там надо, Коль? Ну, еще где-то столько же, 20 тысяч, на всякий случай, это запасной вариант просто. Ну, хорошо, я еще две строки седла утрачу и улетаю. Давай, хорошо. Да, мы к вам не полетим, сейчас экскаватор полетим, залутаем. Экскаватор залутали вы, нет? Коль, если что, залутают. Залутали, да? Я обходил. Залутаю. А, залутаешь, окей. Так, все, у нас, кстати, МВК очень все хорошо. А, я тебе седла не отдал, ладно. Чё, так. Что, нам камеры же не нужны? Ух ты. Неплохо. То есть мы сейчас первых скидываем на R3. Это Менталист и Эклипс. Вы по ТС-ке раскидываете спальники. Один сверху, другой снизу. Заканчивайте по себе, нафармить, ставьте кровать. Сейчас, секунду. Тот, кто на рейке, кровати, на рейке, кровати. Мы еще вам дадим половину ресурсов. Коля, помогайте ему переносить. Я слышу, пожалуйста, имею славу перебивать, не слышу вообще ничего. Понял. А, это наш, свой. Голову кидал свой. Так, ставим кровать, что там дальше? Все, один сверху, другой снизу. Все, дальше вы там скажете, мы за вами прилетим. Мы тоже все будем расставлять. Вот. Славик, мы полетели ставить кровати. На R3 очень маленькая хата. Окей. Кровати есть у вас, нету? Нет. Есть. Okay. Сколько у тебя кровати? На топливо. У меня строчка. Металла, плавит. Кровати нет, Коля, я все кровати. Я знаю, я понял, понял, да. Хорошо. Вот еще кровати возьмите. И... Так, Эклипс слизер. Так, все, мы полетели. Так, R3 поставили. Сейчас чекнем хату. Зафоткуем. Так, R3 зафоткал. Примешь руль. Славик, чекни ВК хату. R3. Так, стоп, фотку. Фоткал. А этот... Улетай. Сейчас подумаем. Так, S15. Не прогрузилась хата, не прогрузилась. Не понимаю. Сейчас. Фоткал. О, а тут что-то поинтереснее. Давай ближе. Я свою. Все, улетаем. Да, сфоткала. Все услышали, я включаю звук. Не увидели. Все, Ты включил звук. Включайте. Да давай, парни, тактика понятна. Идеальная посадка. А вот что так далеко? Слушай, на всякий случай, там у нас есть кроватная под домом. И спальня, да, как-то не каткиньте. Тут у всех есть кровати? Мы расставляли, не знаю, там... Ты же сам слышал. Нормально. Где кроватную, парни, вы ставили наши?
У кого есть калаш лишний? Отлично. На берегу на С2. А, все, понял. Спасибо. Так, началось. Давай, третий этаж, второй, третий этаж. Давай, давай. Восемь, проходите. Все, полетели. Коптер сел за домом. Что за сихи? Свои сихи? Не, это... Стоять, ракеты, все, поехали. Все домой, а все, коровы, все домой, все домой, брат, домой, 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 домой. И там пару человек в Канахате. А, это их дом, блядь. Да не пара, там очень много человек, раз, два, садитесь, а, нет, они все в Канахате. Здесь типов, здесь типов. Садитесь уже, все, забейте, у нас вариантов нету, что рейдить. Ну она такая, да, не сильно. Дайте кровать. Не вообще стало выглядит. Я лечу с кровать. Ебать, что там все такое белое? Искушай, тихо, парни, парни, парни. Секунду. Искушай, Apple, готовьтесь доводить ракету. Пейте их на всякий случай. Не умирайте, концов. Скилл, стоп. На нее уже, да, на хате. Я лечу, парни, я лечу. Ваша задача сесть, откинуть кровати, все. Есть, по фундаменту. Славик, мы подходим и бахаем, правильно? Или издалека можно закидывать ее? Подождите, подождите, подождите. Да, хорошо, хорошо. Пепси, дай кровать одну, пожалуйста. Я тут свою. Тихо, нет. Дайте кровать, у кого есть. Хата такая. Где кровать стоит, ребят? Я сейчас поставлю фундамент, меньше фунта. Я сейчас поставлю фундамент, туда кровати ставлю. Там можно с двух сторон сейчас душить конкретно. Нет, нет, уже нет времени на сторону. Лопнул крыша, но. Кой с ракетой? Берег, ты работаешь? Так, есть ракета. Я иду. На поле. Скиньте ракеты, профессионал. Рабочий я прыгаю. Коптер слева летает с четырьмя типами. Коптер аккуратно по 21 стоит. Липтон, есть калаш? Не подходите, Коша, обратно, бери! Факс, есть ракета лишняя? У меня три штуки осталось. Понял, я все выстрелил. Что, есть смысл вообще доводить ракеты? Ракеты нужны срочно. Скорее всего, да, у меня здесь осталось. Довезите ракеты, скушай. Да идем. Ракеты, не знаю, 200-300. Я пошел, по-моему. Скрокозябр, какая разница? Нам докидывать надо, да. Сколько ракет надо? Все, тут голда. 200-300 где-то, 200. Да. Все, понял, все, хорошо. Я убью сейчас, Посмотри, я убью сейчас. Давай. Ебать, там людей. Сколько на ракету еще? Корова упала. Сколько ракет, Сайкс? Справа корова, справа корова! По флангам, задушите! Да там типы вышли, джимач кого-то взорвал. Я корову еще взорвал, там справа. Там типы вышли с коровы. Одного убил там. Парни, нас справа флангам, очень хорошо. Занимайте ХГ, отстреливайте. У нас уже на кровати. У нас на кровати. Одного убил на кровати. Алло, спина. Центр конца отпушил. Ним копал. Всё, деньги заняли, хорошо. Хорошо. Очень много убили. Мы первый этаж заняли. Первый этаж. Пепси, идёт двое. Лип, слети к нему. Я знаю. Я убил одного стене. У вас второй без головы. Слушайте, у вас подходы, чего вы? Возьмите ракеты, добавьте. Слева, подними, Славик. Подожди, секунду, я двоих уже убил. Можете помочь? Слева, подними. Ходи туда, на ящике. Держи ракеты, раздавай всем ракеты. Скинул 150. Давай шкафы. Убил. Парни, у них на дом прилетели типы и пахнут сишками дом. Нет, я убил. Нет, нельзя так. Там пять типов сейчас, я туда залез. Я за территорией, около стенки. Там один остался. Не сюда. Да, там один остался. Еще. Вот. Двоих ебал там. Я подбил. Сбил. Двоих высадь, там еще один. Ракун, держи. Там еще. Я беру слайм. За домом, за этим, видишь, два гира с ракетами бегают. Надо как-то их... Меня человек положил. Полу, заберите меня. Сейчас заберу. Все, вроде дом выкурили полностью. Хорошо. Там за домом. Парни, услышите меня, не прививайте. Я в юбке кидаю 111 ракет и 15 фишек. Он на стенках. Джек, он меня убил. На стенках все, добавило.
Коптер, коптер, коптер. Убил одного. Да, есть у меня, я у того, ты где? Убили стенки. Все, убили. Джек, лучше давайте все, справа, пикай. Здравствуйте, сегодня будет лайфхак, как сесть в дом за 5 минут. Самурай, маме, привет. Эй, спасибо, энеми, бери говно. Боже, так, не нужно больше? Не-не, не нужно, я скипы снял. Ты же по-любому скрин палит, я уверен. Сколько их человек? 30, да? Поебать. Кристаллически похуй. Быстрее надо. Я сделаю ящик 500, ящик патронов. Побежала зеленка. Кто-то кровать не взял? Кому-то дать кровать? Могу давай, дать давай, кровать. Дивану скин. Скину один. А может, все налетели? Вы еще кровать не взяли, что ли? Можете помочь, Апельс? Ты вспомни, так, я ставлю, там ты выкликаешь. Все, помочь, я помню. Не-не, забери, все, можете, я дышу. Ракеты правый низ. Артемий. Ставьте кровати. Металл? Да, да. Ракеты правый низ. Второй, третий. Подходим стенки, начинаем бахать. Все. На дерево еще. Полетели. А в кибе одна стенка не обнута. На первом этаже. Да РБ нет, пофиг. Куда, блядь, пикают? Это смоки они, скорее всего, кидают, но у нас никто не кидает ее. Да, у нас двери нет, еще двери они поставили. Пушат. Пушат, смотрим. Это зомби, не? Ракетами взять. Какой-то человек, начинайте бахать шкафы. Начинайте кто-то бахать шкафы. И слушай, там надо больше ракет. Перек, слушай. Я косы касаю. Фунду. Больше ракет надо. Там три чела на полторы сели под хату. Мне лучше тут зэпл. Я сливаюсь со всеми, меня не целит. Кто-то горит, парень! Горят! Подголенький тем сточим! Да-да-да, фигарим. Они улетели, они к вам полетели. Бездарь на джобимся! Правильно. Я умер, пацаны. Кто на мэйне? Я на мэйне. Сейчас пару человек будет лететь бахать на мэйн. Пару человек, да? Где лучше туда, Лил Пик? Меня все нормально, все хорошо. Попытайтесь не на коне прибежал, Шеф, он здесь. Да. Фанеры ко мне уже, они хотят. Надо в шкафы начинать бахать. Сразу же мне нужно человека бахать. Искушение. На искушение. Он застраивает. Застраивает металл. Ракетница, есть ли что-то? Мне нужно больше ракет. Ракетница нужна. Есть кошечная. Сука! Сайк, на самом деле не надо не так сильно их закидывать, надо просто время просто приезжать их. А у меня хуже хата вон падает, братан. Сайк, пожалуйста. 5 человек бахает, а сами просто чекайте, чтобы они пушили. Не пушьте их вообще хат. Не, пока у нас нет задачи их зарейдить. С их задачи. Пацаны, тут это, ЧП, я упал. Это ты зря сделал, братан, зря. Юль, сделай, пожалуйста, кофе. У меня закончился энергетик. Там еще у нас 30 на юбке. Ракета в кибитке лежат, ракета в кибитке. Где? С правой стороны. Битл. А? Я сзади. Правая крайняя сторона. Я все с паками закидал, Антона. Я у них лутовой, брат, я сейчас лучший брал. Парни, это можешь подбегать аккуратно уже как? Можем попробовать рейдить, реально. Я просто боюсь, поэтому если сейчас полезем хаком, и все сэдзи с Ильяной... Да не надо, лучше накидываю. Но они точно уже никого не зарядят. Берях, на юбке! Тише, бегайте тогда, те, кто в гоннике бегут, бегайте тогда, пробуйте рандомить. Там под юбкой очень много калашей, хотя бы калаши ставите. Просто закидывайте, да. Страшно. Сейчас пьем, внимательно, временная дырка, ребят. Их полфарта нету, она ремается уже, давайте, блядь. Просто ракету, парни, закипатывайте, смотри. Я уже 100 смоков в утром закинул. Хамри, ракеты есть? У нас, походу, ракеты потихоньку заканчиваются. На! Нормально. Я скинул, братан, бахаем. Надо и ракеты привезти сюда. Давайте еще ракеты. Клип, ты быстро ракеты сделаешь? 16 сишек, ладно. Лутай. Тащите еще ракеты с мейна, парни, кто-нибудь. Там же 300 ракет, да? Я скушаю оставалось. Есть. Еще сделать ладер, есть. Смотри, манго опять стал. Славик на ракеты. У меня есть. Ракетница нужна. Парни, он застраивает, не дайте ему это сделать. Залезайте. Больше ракетчиков. Залезайте в ладер. Ракеты надо? Нет. Антизакид делает, строит, убить его, чертям спать, может.
Парни, он очень много... Закид делает. Выше, выше кидайте. Я сломаю. Я уже под юбкой стою, тебе никто не трогает. Белзал, фейк, там, мне ложка фан. Не знаю, не видел. Нужны ладерки, ребятки. Белзал. Типа. Там, короче, одна дверь стоит, там скрипчик шкаф стоит, надо туда опять попасть. Бля, я не знаю, где это даже. Сзади, я понял, две ладерки, если могу. А ты в доме? Да, да. Объект застраивал. Или что там? Все. Не, окно не вариант. Наверху. Окно это не то, я проверял. МВКшное стекло, попробуйте туда долбануть квадрат. Блин, все трясется. А. Руиса! Я ничего не слышу, что ты хочешь. Шприцы скинь, шприцы. Шприцы? Да. Патроны есть? Давай, давай. Не, ну это бред. Знать дома, там есть дырка, можно зайти спокойно в дом. Ломит. Да-да-да. Ты мне перед юбкой вообще по мне никто не стрелял. Я в мэйне тоже. Да, все. Есть кого-то? Парни, все, он? Сюда! Домой, нахуй! Домой! Солнышко! У меня три срочки пороха. Парни, где шкаф был? В центре, где в центр били, у него шкаф был. Я, походу, слышу, за окном был. Да. Объясняю, у меня инвентарь пороха есть сейчас. И 331 ракета. Послушайте, послушайте. 150 ракет нашел. Тихо. Нет проблем с порохом. У нас нет топлива и труб мало. Топлива есть. Это будет. Это КТНК у меня есть. Это у них... Пепси скраб. Маленькие коптеры, маленькие коптеры. Маленькие коптеры. Еще. Не знаю, тот тур не повеселее было, как-то люди не так страшно играли. Вот в этом не лагает больше. Ну тут FPS очень много. Сильно упал. Коптера больше не нужны, все. Ребят, послушайте меня, надо уже типа идти, потому что прав Максим, мы теряем сейчас время. Берите с собой, по 3, не знаю, по 25-30 так. Ракет. Тогда все, коптеры хватит, да? Да, коптеров хватит. По 25-35 ракет. И забивайтесь все абсолютно пациентами. Шалф, стреляю. Ну, он окуп. Он... Дроп по тебе. Короче, я рассказывал. Тебя, мувни, пожалуйста, где тут стримеры. Я плохой звук. Оп. Угу. Кинул ткань, кому-то надо. Что ты предлагаешь?
ебать, блядь. Это пиздец, блядь. Дайте отвечать. Да ну в пизду. Сейчас сделал. Беряйте дальше хату, беряйте дальше хату. Че? У тебя бородашки еще? Можно я давай. Тише. А я не знаю, где я был. По нас под юбкой лево. Под скафом слева, слева. Там бомбы не дают, блядь, наша спина. Походу все, блядь, создать бежать. Реально? Да. Сикарио, подними, Сикарио, подними. Подождите, парни, секунду, мы еще не выиграли. Все, не надо, просто проверим. Сикарио. То на проверке. Машина, машина. Объебываться можно? Коптер на крыше высадился? Нет, нельзя. Один наверху, один на крышке, другие три на крыше человека. Фигдаун у нас есть. Булик слева сидит в шкафу, да? Одного убил с ним, да. Шкаф на верхних этажах, просто ли пусть верхние этажи и взрываемся. Кто мэрики зазвал? Она, это ладно. Меня убили сверху. Ребят, убейте чего сверху, он контролит, блядь, нас всех, алёно. Бабы где она, как где? Где чего? Под скафом, слева, слева. Слева, слева! Жоки, сзади тебя, Жоки, сзади тебя! Сзади тебя! Два, под стенкой. Я походу нашел шкаф, сейчас. Я походу, да. Стойте в стенке. Я слышу, Славик? Славик, я походу шкаф нашел. Помогите мне запушить вверх, там бомбы не дают. Походу все, блядь. Сосать плюс лежать. Реально? Да, все, нашел. Все. Сикарио, подними. Подождите, парни. Ебать. Все, не надо. Парни, хотите прикол? Давай. У меня весь этот турик был отключен ТС звук. Вы представляете себе? Что включен? У меня весь этот турник был заключен звук ТС. Ребята, вот тебе. Встаньте обратно. Ровно мне, встаньте, че вы так быдло ебаряться? Все, встаньте ровно, смотрите на меня. Давайте руки, эмоции наверх, блядь. Ну, кто сидит, не надо. Дружелюбный, который спорит? Да, клип, да, блядь! Да, на счет три надо, на счет три, на счет три. Нахуй меня положил, идиот. Два, три. Я сдох. Ладно, всем наше. Несколько фоток. Парни, я кил нажал, блядь, я бегу. Ломан свалил. Кто-то стреляет. Робин, возьми. Парни, вы просто молодцы. Вот, мы устраиваем резину. Эмпи, говно, блядь, с ними ровно одного. Алло. Ребята, а теперь заходим на Rust Port. Уже 11 да кил на. Да все, пиздать я там уже. Дайте мне. Ребят, посадку уже на лазике уехал, блядь, стоп.